Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня одна из моих любимых тем, а именно пустые баночки. Во-первых, такие ролики мне даются проще всего, я до сих пор обожаю болтать о косметике. А с другой стороны, ты расстраиваешься, когда заканчивается что-то классное, но и также радуешься, потому что когда ты открываешь что-то новое, это особый ритуал, но во всяком случае у меня так. И сегодня я хотела бы показать вам чуть больше средств для волос, очень много ухода, который помог мне пережить межсезонье и который я обязательно буду повторять. В общем, присаживайтесь поудобнее и поехали. Я достаточно редко рассказываю о волосах, потому что они у меня такие стандартные, средние, и особо похвастаться нечем, ну и повода жаловаться на них также не было. До того момента, когда я решила сделать себе окрашивание, и я думала, что оно будет более щадящим. Я не ожидала того, что мне передержат осветлитель, особенно в области у лица, и тогда я вынуждена была сменить уход, потому что мои волосы превратились в паклю. Ранее я тоже раз в два, наверное, делала себе несколько тонких прядей, но как бы не по всему периметру, а только сверху и тоже у лица. И тогда мастер держала мне осветлитель около 10 минут, и уже виден был натуральный результат. Почему зимой мастер решила подержать мне его полчаса, а у лица аж 40 минут, и это плохо сказалось на качестве волос, вот именно на их состоянии. Раньше я вообще никак не жаловалась, все было окей, они не секлись, я регулярно их подстригала, иногда хотелось длиннее волосы, я этого не делала, когда хотелось стрижку покороче, я могла рубануть, но в целом все было с ними нормально. И тут, значит, я должна была заинтересоваться совершенно другим уходом, таким восстанавливающим для сухих, безжизненных волос, и вы, конечно, насоветовали мне очень много всего, и спасибо вам огромное, многое мне действительно пригодилось, но первую значительную разницу, такие маленькие улучшения, я заметила уже после того, как сменила шампунь, кондиционер и добавила что-то восстанавливающее. Рассчитывать на то, что какие-либо баночки снова вернут вам здоровый блеск, структуру, гладкость ваших поврежденных волос, я бы не стала рассчитывать. Я периодически это состригаю, и уже более-менее окей. Я думаю, что две стрижки, и я избавлюсь от этой проблемы. Буду ли я повторять окрашивание, не знаю, но точно у кого-то другого, или буду более подробно обсуждать. Не знаю, что пошло не так, не хочу жаловаться сильно на мастера, возможно, я чего-то недопоняла. Но в любом случае, уход нужно менять, если вы решаетесь осветлиться. Я купила себе целую линейку от бренда Olaplex, мне помогли ее подобрать. У меня вначале закончился шампунь, потому что это такой расходный материал в номере 4. Также у меня есть кондиционер и еще лечебный комплекс. Все от одного бренда. И после всех шагов они, ну, хотя бы перестали торчать и выглядеть супер нездоровыми. Я, конечно же, отказалась от горячей температуры, от утюжка, от всего того, что может дополнительно повреждать волосы, так что я была предельно осторожна, и просматривая свои старые видео с того периода, также фотографии, я прям, ну, вижу, что стало лучше. Сказать, что это решение всех проблем с поврежденными волосами, я не стану, но мне понравилось. И также я должна сказать о том, что у меня раньше был атопический дерматит или нейродермит, врачи так и не пришли к общему знаменателю. При использовании этих средств у меня не было никакого обострения, и тьфу-тьфу-тьфу, пока что с этим все окей. Следующий шампунь, который мне очень подходил в период перетрубации и суперсухости, это бренд Joico. Я не знаю, как он читается, я видела его на полках нашего Дугласа, где-то в интернет-магазинах, но сама я никогда бы не додумалась его купить, потому что зачастую я покупаю, ну, такой средний сегмент, не самый бюджетный, но это, наверное, какой-то профессиональный бренд, что ли. И одна моя зрительница любезно порекомендовала мне его и сказала, что хорошо для осветленных волос, поврежденных, для поддержания цвета и тоже не раздражает кожу. Спасибо большое, мне нравился. Я использовала его не так много, он хорошо пенится и он достаточно долго мне служил. Цена у него не самая приятная, конечно, но
шампунь хороший, после него волосы послушные, они были такими легкими, ну, объемные или нет, они никогда у меня не бывают прям супер объемными, это вообще не обсуждается. То есть объем это не ко мне, проверено, доказано, но во всяком случае они не были прилизанными, и не после Olaplex, не после вот этого бренда у меня не было таких жирных сосулек, и волосы также не жирнились слишком быстро. Термозащита от бренда Qi. У меня несколько раз она была именно в таком формате, потому что мне удобно потом было брать с собой это куда-то в поездки или в спортзал. Она не ощущается на волосах, незаметна, не жирная, не липкая, никакая, но хочется верить в то, что она работала. Я сейчас не могу себе позволить не использовать фен или Dyson, ну вот этот стайлер для укладки, иначе... Ну, я выгляжу так странно, неухоженно. Так что хотя бы чуть-чуть досушить волосы, когда они уже практически сухие, чтобы придать им какую-то форму, своей укладке придать форму, мне надо делать. И скажите, вы вообще пользуетесь термозащитой? Все трубят вот на каждом шагу, что это делать обязательно. Большую часть своей жизни я не пользовалась термозащитой, все было окей. Но сейчас сказали, надо, значит надо, после ковида, после осветления. Я решила больше не экспериментировать и отказалась от всего того, что может дополнительно повреждать, и следовала всем рекомендациям. Надеюсь, что это сработало, и так как она не ощущается на волосах и хотя бы не ухудшает ситуацию, укладку, мне хотелось бы ее повторить. Маска для волос от бренда Vichy, линейка Dercos, Nutri-Protein, она пожившая, я очень долго ее использовала. До моих окрашиваний это была моя любимая маска, она делала волосы такими... напитанными, но не жирными, не утяжеленными, и они отражали свет, а для светлых волос это, в принципе, достижение. И когда я вот осветлилась, я заметила, что мне ее недостаточно, нужно еще что-то, или после маски тоже использовать кондиционер. Раньше я просто после мытья могла нанести, и кончики были такими вот здоровыми, гладенькими, и я даже не особо как-то укладывала волосы, а они выглядели так, как будто я только подстригла кончики. Знаете, вот это ощущение очень классное, и когда-то я точно к ней вернусь, ну, только вот полностью восстановлю то, что у меня получилось в прошлом году. Заканчиваем с волосами и переходим к автозагару. Сейчас как никогда актуально. У меня есть как бюджетное, так и вот более дорогой. Этот от бренда Saint-Tropez, он в виде пены, и он привлек меня, я готова была на него потратиться из-за обещаний, потому что якобы, нанося его на 1 час, ты получаешь лайтовый загар, средний, оставляя на 2 часа, и, ну, удобно в течение дня или даже утром нанести, там, пока туда-сюда, и я думаю, сейчас буду мулаткой-шоколадкой. Можно также оставить на 3 часа, и тогда якобы ты должна получить темный загар. На самом деле, если подержать час на моем оттенке кожи, не видно ничего. Ты просто его смываешь, да, и загар должен прилипнуть, автозагар. Нет, на мне это не сработало. Даже если оставить на 2 часа, ну как-то я не впечатлилась. На 3 часа получается именно вариант light. Поэтому я наносила его на ночь и оставляла до утра, потом смывала, и действительно что-то было заметно. Ну то есть красивый такой естественный оттенок загара, но не чрезмерный, не как курица-гриль. Наверное, если наносить его там несколько раз подряд, то тогда, но я так зачастую не делаю. Меня устраивает легкий эффект на коже тела, на лицо я его не использовала. Удобно то, что он оттеночный, то есть видно, где ты его распределил и как вообще, насколько равномерно. Что я делаю? Я обычно скрабирую тело, потом наношу какой-то легкий увлажняющий бальзам, жду, когда он впитается, через полчаса перчатка, самая обычная дешевая из AliExpress, распределяю пижаму с длинными штанами,
длинными рукавами и спать. Конечно, если вы возьмете ночнушку с тонкими бретелями, коротенькую, с открытыми ногами, то у вас запачкается постель. Но если взять такую пижаму, которую я сказала, то на постели нет никаких следов. У него очень красивый оттенок загара, прям натуральный. И он смывается постепенно. У меня держится, наверное, дней 10. И я ничего такого не предпринимаю для того, чтобы полностью от него избавиться. Чуть сильнее потереть губкой спустя неделю там, или 10 дней. И все отлично сходит, можно наносить заново. Готовы вы так заморачиваться или нет, это ваше решение. Я все же буду пробовать что-то другое, потому что дороговато и... Я брала его для экспресс-загара, а этого не произошло, поэтому я его, конечно, допользовала. Он не сильно пахнет автозагаром, то есть встречались более хардкорные варианты. Этот окей, но сравнивая с тем же DAX, это польский бюджетный бренд, я предпочитаю DAX или какой-то другой можно взять. То есть ничего такого вот с эффектом вау я не заметила. Да, неплохо, но не за такую цену. Чем пользуетесь вы, даже из дорогих? Я знаю, что есть хорошие экспресс-автозагары, но когда ты начинаешь искать, то зачастую вообще не помнишь, что там рекомендуют другие. Давайте побудем в категории ухода за телом, раз я ее затронула, я как раз вспомнила легкий увлажняющий бальзам. Особенно на лето, вот этот мне очень нравится от бренда CeraVe, я сразу покупаю в аптеке. В Росмане, по-моему, нет. Ну, я или онлайн заказываю, или вот будучи в аптеке могу взять, особенно когда акция, то получается выгодно. Но это приятный по цене бренд, и я до сих пор обожаю их умывание. И вот этот бальзам уже несколько лет является моим фаворитом, особенно в теплое время года и после загара, и просто после бритья ног там, и вообще, когда хочется увлажнить тело, я наношу его. Он не липкий, он ничем не пахнет, он быстро впитывается и дает такое хорошее увлажнение, восстанавливает защитный барьер кожи, он с церамидами, он подходит также для жирной кожи, и мой муж долгие годы использовал его на лицо. Я на тело, а он на лицо. Но случались и ситуации, когда где-то там в поездке у меня заканчивался крем, я наносила, и все было прекрасно. Он содержит еще и гиалуроновую кислоту, подходит для аллергиков, не забивает поры. И ну, такая универсальная вещь, которая практически всегда есть в моем уходе. Или в мини-формате, или вот таком. Скраб для тела. У меня здесь остатки. Его нужно использовать регулярно, именно этот, иначе он у вас пропадет, вот как у меня произошло. Я люблю, знаете, выбрать такой вечер и посвятить его себе. Тогда я могу зажечь свечу, включить что-то классное, послушать. Но когда ты что-то делаешь при этом, то читать не особо получается, поэтому хотя бы послушать как минимум. И если скраб приятный, и текстура у него такая, и кожа, и гладкая, и подтянутая, и сразу напитанная, и аромат. Если у скраба есть какой-то расслабляющий аромат, это бинго. Вот этот с пачули и бурити, что это за бренд, кстати говоря? А, Nubian Heritage. Я покупаю его на iHerb. И после использования этого скраба вся ваша ванная комната будет пахнуть так, как будто у вас спа-салон на дому. И там есть несколько вариантов, но вот этот пахнет каким-то таким реально спа, девочки. И он еще и сахарный, вот с солевыми скрабами, они, конечно, тоже хороши, но если у тебя где-то какая-то ранка или свежепобритые ноги, то все, это катастрофа. Поэтому я чаще всего выбираю именно сахарные. И он не растекается, он не жидкий, он сразу содержит масла, и кожа после него, ну... бархат. И аромат, я от него прям фанатею. Так и хочется сейчас в ванную намазаться, наскрабиться, и запах остается даже после скраба, и после него вам не нужно еще чем-то увлажняться, как-то что-то еще наносить. Он очень крутой, здесь большой объем, надолго хватает, и очень хорошие составы. Уход за лицом. Сейчас у меня очень многое закончилось, и мне кажется, что вот этот осенне-зимний, начало-весенний сезон я пережила чуть лучше, чем
ранее, потому что я меньше перескакивала с одного на другое, я придерживалась определенной рутины, я меньше пробовала разных незнакомых для меня средств. Ранее, когда я вот постоянно что-то тестировала, то так, все хорошо, давай попробуем что-то новое. Бац, прыщи. Окей, теперь лечим прыщи, нарушили защитный барьер, потом, значит, ты как сухарь, и вот так по кругу. С одной стороны, это часть моей деятельности, по-другому и мне было бы скучно, и вам не интересно, но все должно быть в меру. Также однозначно средства достойны, многое из этого я или уже повторила, или буду это делать. Есть то, что ни я покупать не буду и вам советовать не стану, но об этом тоже буду упоминать. Девочки, ролик о весенне-летнем уходе, точнее, даже, наверное, больше летнем, обязательно будет через пару недель. Итак, пенка для умывания от корейского бренда Холика Холика. Это линейка Good Cera. Она такая щадящая, достаточно универсальная, там есть разные текстуры. Если и есть отдушки, то они минимальные, практически незаметные, простые, понятные составы с церамидами, с полезными компонентами для кожи. И у меня был и крем, и лосьон, и еще что-то, и вот пенка, и все мне подходило. Выбирайте такую текстуру, как надо вам. Ну, если вы ищете какой-то базовый уход, и смотрите, с чем вы будете его сочетать, чтобы это как-то не нейтрализовало действие церамидов, потому что такой конфликт в ингредиентах тоже может произойти. То есть нельзя на себя шлепать все, не вникая в подробности, потому что сейчас компании часто добавляют разные компоненты, а то кислоты, вы не почитали состав, не знали, начали еще что-то добавлять, бац, раздражение, какой плохой крем. Так что будьте бдительны и внимательны. Мы же с вами тут не зря разговариваем об уходе. Вот эта пенка классная, она служила мне долго, она не пересушивает кожу, она не такая супер плотная, супер упругая, ее нужно быстро распределять по лицу, но она не тает вот мгновенно, у вас будет достаточно времени, она и досмывает макияж, и для утреннего использования подходит, то есть полностью водостойкую косметику она, конечно же, не смоет, сначала надо гидрофильное масло, что-то такое, что поможет это все растворить, но у меня случались какие-то моменты, когда был легкий BB-крем и брови, и она тоже это смывала, и кожа после нее не стянута, ей комфортно, она не орет о том, что вот, пожалуйста, намажь на меня что-то, потому что я тут просто сейчас стресну от сухости. Таких ощущений нет. Она классная, не супер дорогая. Да, чуть пахнет, но я как-то настолько привыкла, что вот мне пришлось даже напомнить себе самой, насколько яркая отдушка. Она здесь все же присутствовала. То, что я вот, девочки, ну прям из-под палки думаю, ну что ж такое с этим гидрофильным маслом? Ну вообще нет, не мое средство, не разгадала, не поняла. Это Пюнкан Юль, корейская марка. Ну, масло вроде и не вязкое, не жирное, но оно и не особо растворяет макияж, и не особо эмульгирует. И как-то вся вот эта философия гидрофильного масла при использовании у меня растерялась по ходу, и я вообще в какой-то момент не понимала, зачем я его использую. Оно, по-моему, не имело отдушки, но, блин, я его убрала из ванной комнаты, и оно еще сейчас как будто протухло. Нет, не берите, я не знаю, может это какое-то спецсредство, к которому нужен специальный подход, не знаю, там танцы с бубнами и тогда оно сработает, и я его не стала искать. Сейчас так много всего простого, понятного и эффективного, что я не готова, нет, больше спасибо не надо. Совершенно другая история с гидрофильным бальзамом, с таким щербетом от бренда Physicians Formula. Они, конечно, тоже борщинули, оно с матчей, и написали, что это три в одном. Тающий, очищающий бальзам. Он и смягчает кожу, и что-то там увлажняет, и антиоксидант, и, короче, чего он там только не должен делать. Я хочу вам сказать, что это хорошее гидрофильное масло, гидрофильный щербет. Оно имело супер тонкую, приятную отдушку, светло-зеленого цвета.
прилагалась лопатка, но его здесь немного. То есть есть банки и побольше. Я не могу сказать, что Physicians Formula это прямо супер бюджетное что-то. Но если вам интересно, если вы ищете какую-то небольшую компактную баночку, то вот это хорошо. Или встретите где-то на скидке, могу рекомендовать. Действительно хорошо смывает косметику, не пересушивает кожу, не стягивает, не оставляет жирной пленки. В целом я была довольна. Когда-то увижу по хорошей цене тоже. Берем. Несколько восстанавливающих базовых кремов для лица. Открытие прошлого года. Слушайте, я влюблена. Это бренд Атапалм. Ну, наверное, таким главным показателем является то, что у меня сейчас до половины использована и вторая банка. Кому-то, может, нужна какая-то яркая отдушка, красивая упаковка. Это что-то, что напоминает какой-то аптечный бренд, да? Это Корея на самом деле. И крем, который рекомендуют дерматологи для проблемной кожи, для пересохшей, для той, которая нуждается в восстановлении после лечения акне, после ожога на солнце, при использовании каких-то активных сывороток, например, ретинола там или крема с активными ингредиентами. Для меня, кстати, это и ночной, и дневной уход. У него специфическая, можно сказать, текстура, потому что это и не гель, и не жирный крем, но он такой сам по себе плотненький. На моем лице он тает, он не имеет отдушки, он у меня лично быстро впитывается, я наношу его и под макияж, и в качестве последнего шага моего ночного ухода. В каждой непонятной ситуации я использовала его, и даже в поездках я всегда тоже брала его, солнечно, не солнечно, там под SPF, после того, как ты находишься где-то на улице. Вот мы были в Испании, там было тепло, и солнце было активным. Я наносила, и супер, мне он очень нравится. И здесь приятный объем 100 мл, то есть его надолго хватает. Я его для себя не жалела, наносила на шею, на декольте. Мое лицо у меня заканчивается, кстати, в области декольте. Иногда там ночью перед сном могу забыть нанести сюда, если я уже в пижаме, где-то там запакована. Но стараюсь себя прям заставлять, потому что это тоже важно. Как только ты перестаешь что-то делать... Ну, блин, я тоже это замечаю, вот нужно себя саму мотивировать, подоставать свои гуаша, микротоки и все остальное, потому что, особенно если ты сильно нервничаешь, если ты очень мало спишь, там практически не ешь, то твое лицо сразу так, хоть мажь крем и сыворотки, хоть не мажь... И так выглядишь не супер хорошо, но кремушки и все вот, что помогает его как-то собрать с пола, работает. Главное регулярность и подбирать то, что подходит конкретно вам. Этот крем тоже, наверное, навсегда останется в моей косметичке, как средство SOS, проверенный вариант, он не забивал мне поры, он не вызывал у меня прыщей. Не было ощущения пленки, вот как будто у тебя кожа не дышит. И зимой он прекрасно защищал от мороза. И сейчас, когда у нас наконец-то 20 градусов тепла, мне все равно с ним не душно, ни парка, ни жарко, и макияж не стекает. Насколько сильно это понравится жирной коже в теплое время года? У меня есть некоторые сомнения. Я все же продолжу им пользоваться, ну, как минимум в качестве ночного крема, потому что на день я выбрала себе что-то полегче с витамином С. То, что вы точно никогда у меня не видели, этот крем попался мне то ли в коробочке от Look Fantastic, то ли в их адвент-календаре. Это бренд Paula's Choice, такой ночной восстанавливающий лосьон. Кремом я не могу это назвать, у него такая легкая именно... И не гелевая, ну вот текстура лосьона. Он имел отдушку, вот знаете, просто крема, какого-то косметического средства. Но это не вишенки, пироженки ванильные и не что-то неприятное, но отдушка такая специфическая, мягко говоря. Я к ней привыкла, и в принципе для меня это не имеет особого значения. Для меня яркие отдушки, например, это зло, потому что я сразу краснею, у меня могут появиться прыщи или аллергия. Я всегда стараюсь как-то, знаете, так, можете не пахнуть, но хотя бы не воняйте. Это
специфический аромат для всех типов кожи. И у меня что-то там закончилось, я ждала свою посылку, использовала его с удовольствием. У бренда Paula's Choice много достойного ухода, они знают, что они делают, и в самом деле у меня после него не было прыщей, не было раздражений, несмотря на свою легкую текстуру, он хорошо восстанавливал кожу даже после ретинола. И я иногда использовала его днем. Но вот когда был сильный мороз, мне не было достаточно в нем вот такого питания, именно какой-то такой защитной функции. А вот сейчас на теплое время года мог бы быть очень даже классным, но я предупредила вас, что пахнет он специфически. А вот то, что я приятно вспоминаю, это крем с не слишком плотной текстурой от бренда By Wish Trend. И он с таким восстанавливающим комплексом, с приятной нежной текстурой, которая быстро впитывается, тоже не паркая, не жаркая, но хорошо восстанавливает лицо. Я уже не помню, что здесь было в составе, но точно помню, что я его хвалила и тщательно все разбирала. Я очень давно его покупала. Сначала он ждал своей очереди, потом я пользовалась им. Как-то точно упоминала его и неоднократно до сих пор могу советовать. Я думаю, что когда-то куплю и его. Он может подойти тем, у кого комбинированная кожа, жирная, если вы нуждаетесь в восстановлении защитного барьера, если вы используете кислоты, энзимы, ретинол. Я, между прочим, буду продолжать использовать ретинол и в теплое время года, потому что я каждый день так наношу SPF, потому что я каждый день наношу SPF, и если я поеду на море, возможно, там на время уберу, за неделю до поездки, во время принятия солнечных ванн, и после. Ну, возможен такой перерыв, я буду смотреть по состоянию своего лица. И вот этот крем тоже после загара отменно. В общем, классный, да. Сыворотка с ретинолом моя обожаемая. У меня их было штуки две, наверное. Сейчас третья. Я не хочу от него отказываться. Я пока что прекратила поиски чего-то другого, потому что он в меру. Я вижу, что у меня не углубляются какие-то морщины, меньше прыщей. Даже если я что-то там расковыряла или что-то появилось и заживает, это быстрее затягивается, меньше постакне, меньше каких-то неровностей на лице, то есть неровные текстуры. И эта сыворотка не вызывает у меня раздражения. Повторюсь, что она есть в маленьком формате, можете взять на пробу, если сейчас боитесь, не знакомы с ретинолом, если у вас тонкая, чувствительная кожа, то отложите все эти дела и планы на осень и зиму. Для меня это такой вариант в меру, потому что здесь в составе есть не только ретинол, но и другие поддерживающие ингредиенты, которые как бы хорошо сказываются и на состоянии кожи, и помогают ей как-то быстрее восстановиться после использования именно ретинола. Это тоже не тот ретинол, который буквально отшлифует вам верхний слой кожи. Это или для новичков, или для тех, кто хочет использовать что-то неагрессивное. Хотя, вы знаете, все настолько индивидуально. Кто-то говорит, что я там продвинутый пользователь, и для меня это слишком. У меня есть ретинол помощнее, с ним у меня все печально, хоть и говорили там, перетерпи, дай ему время, он наоборот там очищает твое лицо, это пройдет, я не могу, девочки. Если меня обсыпает от ретинола, я просто тупо не могу переждать, когда это пройдет. Возможно, нужно взять себя в руки и как-то пересилить. Но пока что зачем изобретать велосипед, если меня что-то устраивает? Может, я найду что-то другое, может, вы мне что-то посоветуете, но здесь и антиоксиданты, и сыворотка сама по себе приятная. У меня третий флакончик. Я вам честно говорю, что никакой рыбой он не пахнет, не имеет какой-то непонятной отдушки. Я не знаю, откуда могли взяться такие отзывы. Они встречаются на iHerb'е. Я покупала его именно там, ее, эту сыворотку. Некоторые жалуются. Иногда действительно что-то пахнет так странненько. Здесь, ну как бы нет. Ну, я же вам сказала, что крем вот подванивает, да? А тут, ну окей. Нет, и действие тоже только радует меня.
очень крутая восстанавливающая маска от бренда Миша. Тканевая маска, она не из очень тонкого материала. Мне вот нравится, когда тканевые маски хорошо прилипают, чтобы они подходили по размеру, захватывало все лицо, и чтобы мои глаза тоже помещались, потому что бывали разные случаи. У меня глаза они маленькие, и тонкие маски, ну как-то, не знаю, они то сползают, то попробуй это расправь, это не очень удобно. А здесь все сошлось, и как будто, вот если когда-то у вас была эта сыворотка, то такое впечатление, что ты нанес ее, там, не знаю, в 5 слоев, при этом у тебя нет ощущения вот этого чрезмерного количества продукта на лице, но по эффекту это прям вот кожа такая спокойная, она такая и напитанная, но не жирная, и утром ты такой более отдохнувший. Конечно, это больше заметно, если вы не просто налепили себе маску, а пусть будет, а когда вы так смотрите, ну, что с собой сделать? Вот что намазать, чтобы проснуться просто человеком? Вот тогда больше заметен результат, когда ты такой уставший, серо-буро-малиново-серый, и думаешь, господи, что достать из косметички, чтобы хотя бы, ну, лучше выглядеть, да, через несколько часов там или перед ночью, если нанести, оставить это все поверх еще кремушек и просыпаешься такой больше как бы фреш. Я покупала ее не единожды, тоже будем брать снова. Маска для лица Innisfree с ферментами, она увлажняющая, с гиалуроновой кислотой. И вот именно эта линейка масок Innisfree мне нравится, если бы не одно но. Она тоненькая, еще с такой сеточкой, это должно облегчать нанесение, но мне как-то удобнее, когда сама ткань вот этой маски поплотнее. Тут чуть-чуть там что-то это самое, надо подзаморочиться. Но она тоже хорошо увлажняла, это не настолько сильное восстановление, это именно такое глубокое качественное увлажнение. Она чуть полегче, чем маска от Миши, но у меня этих масочек от Innisfree было много. Вот именно в таких однотонных упаковках мне больше заходят, чем те, которые с какими-то там фотографиями или с рисунками. Они чуть дешевле, вот те, чем такие. Но вот эти мне нравятся больше. Если бы не эти заморочки с нанесением, должно быть легче, но, наверное, я слишком ленива для этого. Восстанавливающие бальзамы для губ. Целых 4. Потому что часть у меня была в дорожных косметичках, позаканчивалась. Ну и вообще бальзамы для губ, какие-то блески у меня всегда по сумкам или карманам, потому что губы у меня быстро пересыхают, если ветер, мороз или даже активное солнце, все пиши пропало. Начнем с такого среднячкового. Мне прям интенсивно навязывали эту ночную маску от бренда Sephora, 97% ингредиентов натурального происхождения. И я скажу вам так, если вы никогда ничего не пробовали лучше, то вам понравится. Запах у нее тоже такой натурально ванильный, но это не ванильное печенье. Если вы не пробовали ничего лучше, то вы будете довольны. Но я могу показать вам кое-что и покруче. Надолго хватает, если брать по акции, то окей. Но гоняться специально за ней я не буду. Восстанавливающий бальзам Dr. Lip. Это очень хорошо смягчает губы. Это очень быстро заживляет все трещинки, убирает сухость. И, конечно, если где-то увидите, хотите потратиться, вы будете в восторге. Но это по факту то же самое, что и такой бальзам для сосков, для кормящих мам. И то же самое можно купить у самого бюджетного бренда Jaya. Это польская марка. И они будут делать то же самое, только этот раз, наверное, в 5, может, даже в 10, я не помню точно, сколько он стоил, но это точно не бюджетно. А вот Jaya наоборот. Поэтому хотите такой, и чтобы не было надписи «средства для этого». Для сосков, то окей, но если ищете что-то, что будет работать так же, то оно тоже существует. Для каких-то сухих участков кожи, если у вас обветрились руки, вот у меня очень часто, у меня всегда сухие руки, это тоже связано с атопическим дерматитом, поэтому
мне нужно тщательно следить, ну и без крема это сразу вот там день не намажешь, пиши, пропало. Аптечный бренд Ларош-Пазе, линейка Цикопласт. Он такой приятный, он еще чуть-чуть сладенький, он без отдушки и для детей, и для себя. И после матовой помады, которая убила ваши губы. Если вы где-то там ездили с ветерком и облизывали губы, у вас вообще там все надуло, ветрилось, пересохло, потрескалось, и вы обкусали себе губы, это то, что тоже поможет восстановить. Он не липкий, он не глянцевый, и это очень хорошо работает. Прямо очень, на 5 с плюсом. Это тот бальзам, который я покупала неоднократно, и он очень крутой. Ну и мое случайное открытие – это блеско-бальзам, даже можно так сказать, от бренда Pixi Beauty. Он пришел ко мне в какой-то пиар-рассылке, линейка коллаген, с него все постиралось. Он, по-моему, чуть больше по объему, здесь уже я ничего не могу прочитать, но он долго был у меня, и он тоже отменно работает с любой сухостью, с потрескавшимися губами. Я сегодня почему-то заговариваюсь. И у него еще и такой глянцевый финиш. И, конечно, девочкам это будет нравиться, но по сравнению с вот этим бальзамом от La Roche-Posay, они разные по эффекту. Если мужчина намажется вот этим или там, не знаю, мои мальчики постоянно, мама, только без цвета, только чтобы не блестело, чтобы не липко. Мужчины, наверное, не сильно поймут такой эффект на губах, поэтому как такой универсальный вариант для всей семьи, если вам не нравится блеск и такая как бы приятная защитная вязкость на губах, то только это. А коллаген, он еще и придает блеск, вот такой пламп эффект. Здесь нет ни ментола, ни перца, ничего, но губы с ним визуально точно выглядят такими более пухлыми, ухоженными, и при этом он действительно очень хорошо работает с поврежденными губами или для того, чтобы просто вот на ночь нанести. Я всегда на ночь наношу себе бальзам, утром просыпаешься, и нет никаких проблем, наноси хоть самую ужасную матовую помаду, твои губы все вынесут. Этот бальзам тоже мне очень сильно нравился. Гидрогелевые патчи под глаза от Petit Fi. Наверное, у многих они есть или были, и их сейчас просто бери не хочу от разных брендов. И все они работают приблизительно одинаково, именно гидрогелевые. Я вам уже рассказывала о том, что просто нанести гидрогелевые патчи и ждать, что они там напитают вам, натянут просто вообще глаза на макушку, ну не стоит. То есть освежить область под глазами или как такой компресс от неровности, от припухлости, да, если нанесете под них еще и какую-то увлажняющую сыворотку или увлажняющий крем для век, конечно же, увлажнение под таким гидрогелевым компрессом будет действительно лучше проникать, тогда, снимая патч, вы избавляетесь от припухлости, и у вас сразу супер крутое увлажнение, прям безупречный холст для последующего нанесения макияжа или просто идете в свет с более отдохнувшим видом лица. Но я хочу вам сказать, что патчи от Petit Fi такие типа как тканевые, вот они очень хорошо увлажняют. Я сейчас подсела на них. От гидрогелевых я, пожалуй, не готова отказаться. У меня периодами то я ими пользуюсь, то не пользуюсь. Но сейчас я больше фанатею от новинки от Petit Fi. Новинки для меня. К гидрогелевым тоже вернусь. Вот эти с какао, они такие плотненькие, они не рвутся. Их можно чуть дольше подержать, то есть минут 15, наверное, да. И тогда крутой результат. Нравятся они мне. Парочка расходных материалов, мицеллярные воды. Да что ж такое, сегодня моя челка норовит приклеиться к моему лицу. Вот эта мицеллярная вода очень меня порадовала, потому что я ничего не ожидала, купила на скидке бренд Belinda, их линейка Expert, Expert чистой кожи. У меня версия для чувствительной кожи, для той, которая нуждается в увлажнении, но все равно мицеллярку я далее смываю, она ничем не пахнет, она хорошо растворяет макияж, не оставляет тушь после себя, но у меня тушь не водостойкая, это тоже важно. Нейтральный уровень pH, что тоже хорошо для кожи, гидролат розы. Но это все равно мицеллярка, она не жжет глаза,
Мицеллярку мы смываем, помните об этом. И вот по сравнению с некоторыми другими, которые у меня были, вот это справляется с макияжем быстро. Как и следующее, ну вот из-за того, что это не пахнет, я прям поищу ее. Я редко гоняюсь за мицеллярной водой, но хочется именно такую. Вот это мицеллярная вода от бренда Эвелайн с кокосом, 500 мл. Вы знаете, как долго ее можно пользоваться? Это история на несколько месяцев, при том, что мицеллярной воды для себя я не жалею. Эта мицеллярная вода тоже не пересушивает кожу, не раздражает глаза, но она все-таки имеет отдушку. Я не знаю, почему я так шугаюсь этих отдушек, но для меня лучше, чтобы не пахло. Это единственное, что как бы, чего могло бы и не быть, но мицеллярная вода суперски работает, не к чему придраться, убирает стрелки, тушь, что угодно, растворяет термоядерный гель для бровей. Так что с эффективностью самой мицеллярной воды я спорить не буду. Увидите где-то, это недорого, это удобно. Купил, на полгода забыл. Вот. Мицеллярные воды вообще у бренда Эвелайн очень хорошие. Ампула тонер от Manufactory. Тоже Корея, как видите, я люблю корейский уход. Это было дорогое удовольствие. Я покупала на Мейкапе, у них есть и официальные магазины, интернет-магазины. И я слышала, что у них какие-то чудотворные буквально сыворотки, кремы. У меня была там маска, что у меня еще было, бальзам для губ, он тоже так мощно работал. И вот что касается ампулы тонера, да, дает увлажнение, но это не то же самое, что сыворотка. Да, хорошо восстанавливает кожу, там подходит как первый этап перед нанесением сыворотки и крема, как такой проводник своеобразный. Ну, я вот как-то не заметила, чтобы было что-то большее. Вот помните, когда у меня появилось, может, и не помните, расскажу. Кто-то, кто со мной давно, уже скажет, сколько можно повторять то же самое. Ну, реально, просто есть что-то, когда ты начинаешь использовать, и ты понимаешь, что это как, знаете, game changer, то есть меняет вообще правила игры. У меня была эссенция от бренда Миша, и вот тогда я заметила, что это что-то, что увлажняет, что смягчает кожу, что прыщей у меня меньше, и как водичка, но работает гораздо круче, чем вода и чем любой другой тоник. Возможно, в этом тоже что-то есть, в этой ампуле тонере, потому что проблем с кожей у меня не было. Но так как у меня было несколько других проверенных мною кремов, сывороток, которые и так уже улучшили состояние кожи, вот так нормализовали, знаете, я могла хоть как-то предвидеть, как я буду выглядеть и что со мной будет происходить. А когда я добавила этот тонер ампулу, то я не заметила ухудшения, но, возможно, просто моя кожа как бы не была в таком состоянии, что я заметила вот эти вот кардинальные изменения. Ругать не стану, мне очень нравилось, но очень долго хватало, он быстро впитывается, как водичка буквально, и тоже увлажнение кожи после него успокаивается быстро. После душа я часто выхожу красная, потому что кожа тонкая, просвечиваются там всякие капиллярчики и так далее. И не хотелось сразу после него бежать наносить сыворотку. Хорошие составы у Manufactory. Здесь комплекс вот этих бифидобактерий, и гиалуроновая кислота, и много всего, что направлено на увлажнение. И я тоже склоняюсь к тому, что вот этот тонер ампула был одним из моих основ осенне-зимнего ухода, это то время, когда я им пользовалась, и отсутствие моих каких-то глобальных проблем с состоянием лица. Так что я вернусь к бренду Manufactory и точно буду покупать или сыворотку, и крем, или крем, я посмотрю. Но мне интересно, потому что из того, что у меня было, вообще на 5 с плюсом. Но я думаю, что если взять сыворотку или саму по себе ампулу, там вот будет такой эффект вау больше на лицо. Тоник это или эссенция, или тонер, или ампула, это всегда так, знаете,
Серединка наполовинку. Сложно отследить, что же они делают. Но бывают такие, которые прям сильно меняют что-то. И тогда ты запоминаешь. Моя боль и печаль, потому что это то, что помогает быстро справиться с прыщами, если они есть. Но в последней поездке я то ли как-то неудачно закрутила баночку, то ли не знаю, как так вышло. Но, короче, вылилась жидкость. И осталась только сухая часть подсушивающего лечащего лосьона от Marie Badescu. Он очень хорошо работает, но будьте осторожны, не будьте как я. И с ним, правда, прыщи проходят гораздо быстрее. Вы мне напомнили о том, что его не нужно взбалтывать, то есть макаешь ватную палочку так, чтобы достать и до вот этой такой подсушивающей части, и для лечащей. Здесь есть алкоголь, ну и цинк, и сера, и, возможно, даже кислоты, да, салициловая кислота. Еще что-то, к сожалению, столько наклеек, что я ничего прям не могу прочитать, только концовки вижу или начало, ну, то, что я назвала, однозначно есть. Шикарная штука, вижу, что я заплатила за нее 16 евро и пролила, можете меня поздравить, придется купить новую. Этот бренд представлен у нас в Sephora. Маски для лица от Pixi. Я почему-то всегда говорила, что это линейка коллагена, это линейка Volume, но они с коллагеном. Их здесь 3 штучки, то есть продаются они в наборе. Ох, как же они мне нравились. С гиалуроновой кислотой, с пептидами и с коллагеном, с растительным коллагеном. Маска, придающая объем, ну не знаю, но вот увлажнение она дает... чудесно. И также мне нравится то, что это не тоненькие маски, все то, что я упоминала ранее. Удобно, что покупаешь сразу 3 штуки, и я оставляю эту маску даже не на 10-15 минут, как написано, а на 20, даже 25. Она не слишком быстро высыхает, моя кожа забирает все самое полезное. Остатки вот этой эссенции я выдавливаю в ладошку, распределяю на шею и декольте, тоже покраснения уходят, когда кожа измученная, какая-то серая, ей недостаточно увлажнения. Вот вчера на день я нанесла крем, которого мне было недостаточно, потом умылась, думаю, ну что я такая, блин, как изюм какая-то засохшая, даже как будто больше каких-то морщин, думаю, сейчас я возьму маску, и как раз у меня была последняя из этого набора, утром просыпаюсь, думаю, класс, потому что нанесла вечером маску поверх кремушек, и утром я уже не изюм, а виноград. И последняя вещь из ухода. Вы знаете, что я фанат пластырей от прыщей. Сейчас, если меня что-то смущает, стараюсь нанести лосьон, пришлепать себе наклейку, пластырь от прыщей и не ковырять. И вы знаете, это работает и помогает не ухудшать ситуацию, если вдруг что-то там. И вот эти мне нравятся точно так же, как и Somme by Me. Это бренд Cosrx. Они прозрачные, они тонкие и хорошо держатся. Быстрее помогают убрать припухлости и прыщ сам по себе. Совсем чуть-чуть декоративки, но все же она есть. Консилер от бренда Paese, линейка Claire. Здесь еще что-то как будто есть, но на самом деле достать это уже невозможно, потому что оно на стенках, и как бы я ни пыталась, у меня уже ничего не получается. Это один из самых легких, увлажняющих, таких освежающих область под глазами консилеров. Я тоже недавно вам о нем рассказывала. Он не чрезмерно что-то перекрывает, но очень часто даже для съемки видео я наносила его, я как-то перестала искать для себя шпаклевку для области вокруг глаз. У меня есть синяки, но они не настолько критичны, чтобы прямо как-то утяжелять кожу. И тем более такие тяжелые консилеры-корректоры, они действительно делают нас визуально старше. И все как-то закатывается, мимические морщинки оседают, это сухо выглядит. Ну нет, я уже не готова в это играться, простите. Мне больше нравится освежающий, какой-то легкий макияж. Если есть повод, я, конечно, могу от души накраситься, но на каждый день. Для тех, у кого нет потребности сильно замазывать синяки, они, в принципе, у вас небольшие. Для возрастной, для молодой кожи. Даже если вы возрастная дама, там 50+, не стоит брать для себя слишком плотные консилеры.
они только усугубляют ситуацию. Лучше вот типа как ту-шекла, да, или вот этот, они очень близки по эффекту. Это такой фреш с увлажнением, это небольшой оттенок. Я даже не всегда использую пудру для фиксации. Конечно, он не будет держаться прям целый день, и у вас не будет фотошопа под глазами, но фотошоп в обычной жизни вам и не нужен. Чуть-чуть, не борщите, этого достаточно. Плюс каждый ухаживающий компонент, что-то больше, чем просто декоративка, это всегда будет вам в пользу, да, во благо. У меня был оттенок 3, там есть гораздо светлее, этот с небольшим таким нейтрально-желтым подтоном, то есть он не оранжевый, и мне как раз он лучше всего подходил. Проходит много лет, я все равно возвращаюсь к этому консилеру. Я сама его покупала несколько раз, этот мне прислали в пиар-рассылке, я прям с удовольствием использовала его, боялась, что они изменили как-то консистенцию или что-то, не знаю, эффект, потому что изменилась упаковка. Но нет, это то же самое. Он также восхитителен. Так, 2 маркера у меня закончилось, ничего себе. Я просто складываю сюда все месяцами. Средства для бровей, миллиард раз говорила, маркеры от Эвелайн и карандаши тоненькие, микро. Ну, это лучшее, что у меня есть. Я из люкса ничего не покупала, для меня это расходник. Брови у меня должны быть каждый день уж, извините. Вот, поверх мощного геля для бровей я использую или карандаш, или маркер для бровей. Именно только в сторону, где маркер, а не там, где есть пудра. Есть еще тени для бровей, вот в виде пудры, но это не совсем история для меня. Лучше бы был просто маркер и стоил бы дешевле, хотя это все равно недорого. Карандаш для бровей достаточно пигментированный, красивые оттенки, тауп супер универсальный, серо-коричневый, не рыжий и не чересчур такой серо-холодный. Подойдет большинству девушек славянской внешности. Конечно, если у вас темные волосы, темные брови, темные глаза, то у них есть оттенок и потемнее. Но вот этот и для блондинок, и для шатенок. А маркер у меня в оттенке light, и он, так как я люблю, с оливковой ноткой. Ну, даже здесь вот меньше оливки, чем в каких-то других средствах, которые я любила. То есть это тоже такой правильный серо-коричневый цвет. Карандаш держится хорошо, но маркер еще более стойкий. И поверх мощного геля для бровей и тем и другим я могу нарисовать себе то, что мне надо. Не поверите, блестки. Но я должна признаться, что я не использовала их до конца. Я часто их применяла в своем макияже в какое-то время, а потом они засохли. Но эффект, который был от них, это карнавал, это праздник к нам приходит, бренд стила, блестки в таком удобном формате, это как глиттер такой, да, который подсыхает и супер стойко держится на ваших веках. Все будут на вас смотреть и просто не смогут оторвать взгляд от вас. У меня был оттенок очень красивый, Kitten Karma, один из самых популярных. Если вы добавите стрелку, то у вас получится такой голливудский, роскошный, дорогой макияж. И это такие и серебристые, и золотистые, немножко розовые, универсальные на самом деле блесточки. Это магия на глазах, вот такая дорогая, красивая, стойкая магия, которая сделает из вас суперзвезду. Пудра для лица от Armani, это линейка Luminous Silk. И она у меня закончилась, но упаковку я оставлю, потому что теперь я могу купить, просто наполнение, коробочку оставить. Это пудра, которая... Вот как бы вам это написать? Это надо видеть. И в принципе, каждый раз, когда эта пудра была на мне, я сама смотрела вот во время видеосъемки, например, да, вот прям заметно, что кожа выглядит люксово, так дорого, как шелковая ткань. Она гладенькая такая, она красиво отражает свет. Это не то же самое, что Hourglass. Они совершенно разные, но все равно вот этот такой холеный лоск со светоотражающими пудрами,
Это ни с чем не сравнимо. Это не минеральная пудра, это не сияющая пудра, это что-то, нечто другое. Это как зашлифовка такая. Причем мне хотелось бы взять себе 8-й оттенок, он загорелый, это тоже пудра, и он как бронзер. Боже мой, я была на мастер-классе, и визажист бренда нанес мне это в виде бронзера. Это выглядело так, что я просто смотрела и думаю, мне это надо. И я еле-еле сдержала себя, чтобы не приобрести эту пудру. Ну, потому что у меня очень много бронзеров, и я решила, пока я что-то одно не закончу, нет уж, извините. Эта пудра несколько пылит. Если вы возьмете пушистую кисточку, то вы не будете набирать так много. И, в принципе, не надо ее, да? Это пудра, которая и скроет погрешности макияжа, и даст немножко дополнительного покрытия, и зафиксирует любой тон, BB-крем, что угодно. И если вы где-то там накосячили с румянами или с бронзером, и вам нужно это растушевать, если вам хочется сгладить рельеф, ну вот у меня иногда такое бывает из-за того, что кожа сухая, иногда, например, крема недостаточно или пробую какой-то новый тон, и так смотришь, блин, ну вот выгляжу уставшей, как будто вот мне не хватает какого-то здорового финиша. Берешь эту пудру и magic наступает. Magic, я очень сильно ее любила. У меня был оттенок 3, при том, что оттенок тона у меня 4. Когда я не загораю без автозагара, а вот пудра в номере 3, она не самая светлая, то есть такой средний вариант для меня на любое время года. Это дорогая люксовая кожа, и не потому, что это люксовый бренд, а вот это, ну, такой финиш. Вот ты смотришь на шелковую ткань, и ты понимаешь, что это не синтетика. И вот с этой пудрой точно так же. И она не сушит кожу, она не комкается, не наносите много. Минимального количества будет достаточно для того, чтобы был вот этот эффект вау на вашем лице. Я обожаю светоотражающие пудры. И если уж сравнивать с Hourglass, то Hourglass сияет больше. Вот. Карандаш, который тоже со мной на протяжении всей моей бьюти-карьеры. Карандаш для губ от бренда Pierre Rene. Девочки, если вы ищете безупречный оттенок нюда, вот чтоб и не темный, и не рыжий, и не коричневый, у вас, ну, такого цвета кожи, как у меня, да, не слишком пигментированные губы, потому что когда губы красные, то такой средний нюд будет смотреться странновато на вас. То есть просто хороший нюдовый, блин, карандаш для губ. Pierre Rene оттенок 7. Он мягкий, он пигментированный, у него такой красивый цвет. Я вот недавно перелопатила все нюдовые карандаши в Sephora. И я все смотрела на Huda, их так хвалят, ну не смогла я выбрать себе такой оттенок, ну нет там такого, все какие-то рыже-коричневые, непонятные, а этот вот, ну прям, дорисовать себе где-то что-то там, чего не хватает, сделать губы чуть больше, просто под помаду, он стойкий, он мягкий, пигментированный, и вообще, за недорого вы мне скажете потом спасибо за такую рекомендацию. Пустых банок не было 3 месяца, поэтому видео получилось, наверное, на час. Но надеюсь, вы были рады повидаться. А я со следующей недели обязательно буду снимать влог. Я знаю, что вы ждете, я тоже соскучилась. Так что встречаемся во влоге. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про пальчик вверх. Я всегда очень благодарна вам за поддержку. Иногда блогер что-то снимает и не видит отдачи, ну то есть видит только просмотры. Я чувствую, я знаю, что по ту сторону экрана живые люди, много кто включает мои видео на фоне, кто-то не любит писать комментарии или не хватает времени, а кликнуть лайк — это такая мелочь, но я это правда ценю, для меня это важно, даже не столько для статистики, хотя и не без этого, но тем не менее для меня это, знаете, как такая обратная связь. Я посмотрела, было приятно повидаться. Жду тебя в следующий раз на чашечку кофе. Так что спасибо вам за поддержку, за палец вверх, за комментарии. Я всегда рада новым зрителям и постоянным. И, возможно, вы об этом не знаете. Многих из вас я узнаю по никнеймам или аватаркам. Так что я стараюсь тоже
не пропускать комментарии, не хватает времени ответить всем, но я читаю все, и хорошее, и плохое. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.